Здравствуйте, подписчики моего канала. Это продолжение моего первого видео «Золото из компьютера». Итак, начну с полезной для вас информации. Мой раствор полностью отфильтровался. Мельчайшие чешуйки золота и просто видимые глазу задержались на фильтре. Так, это одно и то же. Сейчас этот фильтр перекинем в эту чашку и начнем растворять в царской водке. А вот сколько раствора у меня получилось. Так, а по поводу полезной информации. У меня закончился пиросульфит натрия, и я за это время смотался в химмагазин. Купил пиросульфит натрия, еще в упаковке. Вот он, 1 килограмм пиросульфит натрия. Натрий, пиросульфит. Вот, пищевой. Фирма СКАТ. Я там часто закупаюсь нужными химреагентами. Даже накладная, все там выдают, в общем, все качественно, без обмана, что это пиросульфит. Потому что я не знаю, где вы можете его покупать, могут подделку подсунуть, сами понимаете. Так, раствор, как я сказал, у меня отфильтровался, и вот тут на дне выпал такой немного сероватый осадок. Для тех, кто не знает, это может оказаться небольшое количество золота. Как я уже говорил, золото может растворяться даже в азотной кислоте. Оно само в ней не растворяется. Но оно растворяется за счет замещения других металлов. Может, хлор выделяется во время этого растворения. Я не знаю, как это воздействует, но золото понемногу иногда растворяется. И поэтому вот этот темно такой серый осадок лучше сразу не выкидывать. Прежде чем выделять отсюда серебро, сюда надо будет кинуть пару ложек пиросульфита натрия. Если там золото есть, оно выпадет. Потом профильтровать, и золото задержится на фильтре. Ну а сейчас начинаем, в общем-то, растворять вот этот осадок. Так, я все пересыпал, но в одну чашку весь осадок тот сыпать не получилось. Вот, разделил на две части. Сейчас сперва первую чашку растворю с позолотой, а потом и вторую. Так, берем вот азотную кислоту, ну 300 миллилитров, и наливаем до 600 соляной кислоты, то есть один к одному примерно. Азотная кислота, как я говорил, техническая, соляная тоже. Ну, просто смешиваем один к одному. И на каждую чашку по 300 миллилитров где-то наливаем кислоты полученной, то есть царской водки. Надо лить побольше, многие говорят, много не надо, но я вам не советую так делать. Потому что золото может не все потом раствориться. Так, и приливаем 300 миллилитров сюда кислоты этой. Ставим на плитку и включаем ее. И каждую чашку кипятим где-то часа по два. Прошло полчаса, раствор нежно кипит. Пусть так еще кипит один час, а потом снимем. Пусть остывает, и следующую сразу ставим на плитку. Все растворилось. Ну вот и все. Так, мои растворы полностью остыли. Я их кипятил примерно 2 часа каждый. Все золото растворилось. Начинаем фильтровать. Для начала избавимся от всех крупных предметов. Фильтрация — это очень важный процесс. Почему, я объясню. Будем использовать вот такое вот сито. Сейчас пропустим эти растворы через него.
Все крупные предметы останутся на нем. Так, начинаем. Аккуратно все это сперва. Так, сейчас. Ладно, все. Упала ложка полностью туда. Ничего страшного. Вот так вот все высыпаем просто. Так, здорово. Вот так хорошо промываем этот осадок. Все вот эти схемы. Так, от основного материала крупного мы избавились. Тут всякие микросхемы. Крупные куски пластмассы от процессоров и так далее. Теперь снимаем вот это вот, эти прищепки временные, которые я прикреплял. И наступает тот самый ответственный момент, о котором я говорил. Если об этом не знать, то могут возникнуть серьезные проблемы при фильтрации. Что именно? Вот сколько раствора получилось такого зеленоватого, непонятного. Он весь мутный. Так вот, мы промывали сырой водой осадок наш. Если сейчас этот раствор не подогреть или не закипятить, ну почти можно подогреть до кипячения, то мы замучимся его фильтровать. В течение недели даже не отфильтруем. Мы добавили сырую воду и вылезла такая муть, болотистая. Она практически не фильтруется. Я это когда-то не знал. И мучился, фильтровал, наверное, недели по две вот такие вот растворы. Так и не мог, собственно, ни разу довести все это до конца. Не знал, почему это происходит, почему он не фильтруется. А все потому, что добавили сырую воду. Так что сейчас его, вот это, этот мусор выкидываем, разливаем снова по чашкам и просто греем его. Так, я все перелил. Видите, растворы какие-то мутные. Так вот, эта муть, она не сядет на дно даже за неделю и за месяц. Если их сейчас не подогреть, то замучимся фильтровать. Ставим на плитку и просто доводим до состояния кипения легкого. Так, раствор закипел, можно снимать с плитки. Немного позеленел, стал не такой вот мыльнисто-зеленый, как вот этот вот, видите, светлый какой-то, это как мыло. Поэтому этот ставим тоже на плитку. А вот этот уже готов раствор фильтроваться. Пусть только остынет. Этот раствор будет хорошо фильтроваться. Если этот начать фильтровать, он вообще не будет фильтроваться. Он как мыло. Забьет фильтр. Мы и полстакана не отфильтруем за неделю. Поэтому теперь тоже доводим его до кипения и все, и снимаем. Остужаем и начинаем фильтровать. Итак, я прокипятил свои растворы на плитке, снял их с плитки, они остыли, и я решил при помощи вот такой воронки и обычной пищи и бумаги, которая есть у каждого дома, попробовать профильтровать свой раствор. Сразу скажу, ничего не получилось. Бумага превратилась в жиженый кисель какой-то из-за повышенной концентрации соляной кислоты в растворе. А дальше я решил попробовать профильтровать раствор при помощи обычной газеты, которая есть тоже у каждого дома. Сразу скажу, обычная газета не подвергается разложению со стороны соляной и азотной кислоты. Я уже пробовал через нее фильтровать, она фильтрует медленно, но качественно.
Я попробовал, но мне тоже пришлось прервать процесс из-за того, что она фильтрует медленно, поэтому и прервал. На третий раз я решил попробовать использовать обычную картонную бумагу из-под бытовых коробок. Я подготовил вот такой вот фильтр, пропустил раствор, и фильтрация началась. Достаточно быстро и качественная. Так, фильтрация вроде наладилась. Осталось немного подождать, даже вон уже там набежало. Раствор капает хороший, прозрачный, чистый. На все про все, я думаю, хватит максимум суток, чтобы отфильтровать. С бумагой я не ошибся в этот раз. Газета оказалась слишком такая плотная или, в общем, устойчивая к кислотам. А это самое то, что надо, среднее между рыхлой и между плотной такой. Прошло где-то 12 часов, практически все отфильтровалось. Залил последнюю вот партию. Вон уже сколько там набежало у меня внутри. Раствор чистый, прозрачный, отсюда даже видно. Теперь это дофильтрую в течение этих суток. Тщательно промою фильтр водой разов на 5. И будем восстанавливать пиросульфитом натрия. Начнем восстанавливать золото и одновременно начнем восстанавливать палладий сразу. Без пиросульфита натрия палладий не восстановить. Он восстанавливается при помощи пиросульфита натрия и хлорного олова. Поэтому без пиросульфита натрия нам вообще никак не обойтись. Ну что же, когда дофильтруется, я уже покажу. Бумага держится хорошо, качественно, пропускает тоже достаточно быстро, и раствор получается очень хороший. Прошли 2 суток, я свои растворы полностью отфильтровал, множественно раз промыл фильтр водой. Снимаем наш фильтр, смотрим, что у нас получилось. Убираем. Сетка держалась прекрасно. Раствор получился чистенький, прозрачный. Вот сколько зеленоватого раствора получилось. Достаточно чистого, хорошего, содержащего золото. Так, сейчас будем восстанавливать золотосодержащий раствор и палладий. Только я, наверное, сейчас перелью палладий вот в такую вот бутылку пластиковую временно, а золотосодержащий раствор наоборот сюда перелью, в этот лабораторный стакан. Сейчас я это быстро сделаю, а потом продолжим. Я перелил свои растворы, вот сколько золотосодержащего раствора получилось, почти до самого верха. А это раствор с палладием. Оба раствора зеленоватого цвета. Это из-за того, что в них присутствует небольшое количество меди. Будем их сейчас восстанавливать пиросульфитом натрия. Сюда насыпем так, потому что раствора очень много. А к раствору с палладием, наверное, разбавим водой. Ну что же, приступим. Открываем пиросульфит натрий. Так. К золотосодержащему раствору можно добавить пару ложек, то и ложки 3, учитывая то, что там присутствует кислота. Так, берем аккуратно и сыпем.
Так, сейчас лучше здесь не дышать. Пиросульфит натрия выделяет такой удушливый газ, от которого можно легко отравиться. У меня уже в горло полез. Просто невозможно дышать. В помещении сразу же отравитесь. Реально даже погибнуть. Тоже накрываем крышкой. Пусть он здесь постоит. Если никакой мути не выпадает, можно добавить будет еще воды, поставить его прямо на солнышко, вот так, как есть сейчас. А потом прилить хлорное олово. Палладий сразу восстановится. Так что, если сейчас у меня никакой мути не выпадет, в прошлый раз у меня почему-то выпало много мути. Если на этот раз не будет, то я так и сделаю. Добавлю еще воды, сейчас выставлю его на солнышко, чтобы он немного подогрелся. И восстановим его при помощи хлорного олова. Реакция произойдет в ту же секунду. Прошло минут 20. Раствор с палладием не выделил никакой мути. Можно добавить еще воды и выставить его на солнышко, чтобы раствор немного подогрелся. Иначе реакция может не произойти, когда будем добавлять хлорное олово. А воды нужно добавить для того, чтобы раствор был более такой жидкий, и ничто не мешало произойти той самой реакции. Я заметил, если раствор слишком густой, реакция тоже не происходит. Вот так вот добавили, и выставляем его на солнышко. Раствор с палладием немного помутнел. Какой-то немного такой коричневатый цвет. Я считаю, что это выделилось золото. Потому что помимо микроконденсаторов дробленых, там присутствовали и дробленые микроконтроллеры. Поэтому это, наверное, золото и выделилось в небольшом количестве. Начнем пропускать этот раствор через несколько часов через фильтр, и станет ясно. Если на фильтре задержится темно-коричневый осадок, это золото. Так, начинаем пропускать растворы через фильтр. Для начала поймаем все наше золото, которое выделилось. В этом растворе помимо золота, которое уже выпало, присутствует палладий. Поэтому сейчас его первым пропускаем через фильтр, а затем сразу же из этого раствора выделим и палладий. А сам палладий еще не выделился, то есть это выделилось золото. Осадок золотом выделился наш. Вот он коричневый, видите какой? Ставим бутылку, к примеру, такую. Фильтр самый обычный, из обычной пищи и бумаги. И пропускаем растворы. Так, подождите, нет. Я, наверное, шприцом первый раствор сниму. Слишком полная бутылка. Для начала шприцом. Так, вот так наливаем и пропускаем. Сейчас он быстро пройдет в течение каких-то 30 минут. Раствор очень сухой, фильтруется как сквозь сито, но золото, видите, уже задержалось некоторая часть. Просто проходит вот буквально как через сито, а здесь, видите, такой прозрачный. Этот мутноватый, а этот прозрачный, потому что здесь еще золото не все село на дно. И в этом растворе присутствует палладий, который мы еще не восстановили. Продолжаем фильтровать. Так, все отфильтровал в течение каких-то нескольких минут. Вот он осадок на дне. Сейчас его сюда перелью полностью.
а потом буду фильтровать основной раствор через этот же фильтр. Первый фильтр у меня порвался, я его сюда бросил, потому что сюда заливал и образовалась дырка снизу. Так, ну ладно, это роли не играет. Сейчас это перелью, промою осадок, то есть полностью, а потом будем восстанавливать палладий из этого раствора. Все отфильтровалось, золото задержалось на фильтре, которое там было. Настает момент восстановления палладия. Так, берем хлорное олово, наливаем. Так, хлорное олово налили и сюда льем. Так, пока хватит. Так, прошло уже несколько минут, палладий не выделился. Это значит, что хлорное олово потеряло свои свойства. Она у меня уже находится около полугода, то есть, наверное, она уже перестала воздействовать с растворами. Поэтому убираем этот раствор с палладием в сторону, сделаю новое хлорное олово, тогда продолжим. Все, что надо будет, просто его сюда прилить, и оно выделится. А сейчас продолжу фильтровать золотосодержащий раствор, осадок которого уже вон скапливается снизу. Так, прошло достаточно много времени, все золото практически выпало на дно, раствор такой темненький. Сейчас буду пропускать его через новый фильтр, основной раствор, чтобы все золото задержалось на нем. А этот осадок из раствора с палладием. Я его решил не смешивать с основным осадком, тот более чистый, здесь коричневый осадок. А здесь какой-то серовато-коричневый. Это говорит о том, что в нем больше грязи. Я его решил растворить. Сейчас этот осадок уберу вот в этот маленький стакан. Потом его растворю быстренько. Восстановлю пиросульфитом и тоже пропущу уже потом через основной раствор, где задержится более чистый осадок, чтобы мы потом его расплавили. Так. А между делом сделаю заодно хлорное олово. Вот кусочек чистого олова. Ну, не совсем чистого, в нем 40% олова, остальное свинец. Так, фильтр я заменил. Старый фильтр уже залил в царской водке. Это золото, которое мы поймали из раствора с палладием. Пусть он растворится. Потом я его отфильтрую и восстановлю. В новый фильтр я на самое дно поклал вот такую вот ватку из синтетики немного. Когда будем сюда из шприца потихоньку лить, чтобы не сделать дырку в фильтре, потому что раствор кислотный. И будем сейчас пропускать основной раствор, где уже золото выделилось, через этот фильтр. Все золото задержится здесь. И вот так весь раствор. Аккуратно, чтобы каждая капля прошла через фильтр. Золото уже вон задерживается на нем. Так, ну ладно. Я покажу уже, когда большую часть отфильтрую. Дело подходило к вечеру. И я решил сделать хлорное олово, чтобы на утро восстановить палладий. Я сделал хлорное олово, новое, вот сколько у меня получилось. Уже попробовал восстановить немного палладий, вот. Сейчас мы его восстановим полностью.
Так, сейчас я с этой бутылки сюда перелью где-то пополам, потому что слишком доверху, и быстренько его восстановим уже. Так, я все перелил. Сейчас восстановим палладий. Сразу сильно много лить не будем. Хлорное олово свеженькое. Примерно сейчас налили вот так вот. Чуть-чуть подождать надо. Садок уже здесь вот тоже весь такой стал. Образец. Ладно, подождем. В принципе, смотрите, потемнело. Вот. О, отлично, этот все выпал. Почернел аж вон. Чуть-чуть, видите, если олово не долить, может не получиться. С первого раза тоже не всегда получается. На то есть много причин, ребята. Но сильно переживать не надо. Может, кислота слишком крепкая в растворе. Ну, царская водка. Вообще, желательно их выпаривать, как я показывал в своем видео. Но у меня сейчас нет времени, у меня тут и так все затянулось. У меня тут, в общем, куча своих проблем. Надеюсь, вам понравилось. Видите, палладий восстановился, в этом стакане тоже восстановился, но что-то я подозреваю, что немного там. Помешаем вот так. О, отлично, тоже восстановился. Так, ладно. Видите, почернел. Все отлично. Ждем просто осадка теперь. А потом отфильтруем и получим чистейший палладий. А вот мое золото, которое из микроконденсаторов я выработал. Я его снова растворил. Сейчас его восстановлю пиросульфитом натрия. Быстренько. А потом пропущу через основной фильтр, где уже золото я практически все отфильтровал. И посмотрим, сколько у нас получилось осадка с золотом, а потом отфильтрую и палладий покажу. Прошло несколько часов, и сейчас начнем фильтровать раствор с палладием. Сейчас. Пропустим растворы через фильтр. Палладий в виде черного порошка задержится на нем. Так. Только быстренько брошу чуть-чуть натрия в этот раствор с золотом. Пусть оно пока выпадает. Вот так вот. Еще чуть-чуть и все. И все. Поставили все.
сторону Илка. Начинаем фильтровать раствор с палладием. Так, раствор с палладием практически весь отфильтровал. Вот сколько получилось зеленоватого раствора. Я сделал анализ этому зеленому раствору. То есть немного взял, смешал с хлорным оловом и выпал вот такой коричневатый осадок, похожий на золото. Но я вам сразу скажу, это не золото. Золото мы уже отсюда в первую очередь выделили еще на первом этапе. Вот оно, это золото. И дважды я его уже восстановил. Вот это осадок с золотом. А эта зеленая субстанция, она, в общем-то, там нет никакого полезного металла. Ни платины, ни палладия, ни золота. Поэтому ее можно смело выливать. Тем более, что мы на последней стадии применяли хлорное олово. Палладий и платина, если там были, они восстановились. Но платина, если там и было, то очень мало. Так, сейчас вот эти последние остатки тоже с осадком сюда вылью. Весь осадок задержится на фильтре, а потом этот фильтр перекину сюда, в этот маленький стаканчик. Растворю в царской водке и получу вот такого цвета раствор. Это раствор из одного из моих видео о Афинаж Палладия. Он у меня хранится. Потом сюда же его перельем, когда он растворится, вот этот осадок. Это чистый палладий. Он такого и должен быть цвет. Темного, как смола. Так, ладно, сейчас я это перекидываю и его растворяю. И с палладием мы разобрались. В общем, вы узнали много чего полезного насчет палладия. А этот осадок с золотом сейчас пропущу через фильтр. Я уже пропустил большую часть раствора, который был с золотом. Вот этот раствор отфильтрованный, который содержал золото. С палладием мы практически разобрались. Вот, заливаю царскую водку, растворяю осадок. И все. Так, вот так залил. Мешали. И сейчас поставлю на плитку. Осадок с палладием полностью растворился. Получился вот такой вот красновато-желтоватый раствор. Ладно, убираем, пусть он теперь остывает. Потом его солью в бутылку и все. С ним мы разобрались. А теперь продолжим фильтровать золото. Сейчас отфильтруем вот этот осадок сперва, который был в растворе с палладием. Я его уже восстановил. Вот он, осадок. Сейчас растворы с золотом дофильтруются. И на этом, наверное, все. Только немного добавлю о серебре. Я уже там его попытался восстановить. Там есть кое-какая интересная информация, которую вы должны знать. Потому что с серебром тоже не все так гладко. Иногда оно восстанавливается, иногда нет. Сейчас это дофильтрую. И это, считай, завершающая стадия. Мне станет ясно, можно будет его в следующем видео расплавить осадок или нет. Посмотрим. Итак, подведем итоги. Начну, наверное, с золота. Вот сколько осадка с золотом у меня получилось. Осадок такой темно-коричневый, крупный, хороший. Тщательно промыл осадок водой. В принципе, готов к плавлению. Можно расплавить, если будет желание. Наверное, это будет в следующем видео. Сделаю тигель из графита. Куплю графитовую болванку. Токарный станок есть, вырежу. И попытаемся расплавить. Даже если бусинку получу, это будет очень хорошо. Учитывая то, что просто осадка очень мало, видите? Ну, где-то, как я сказал, грамма 2. Так, ладно, с золотом разобрались. Это раствор с палладием. Такой, на видео кажется больше желтый цвет, но на самом деле такой красновато-желтый цвет у него. Чуть-чуть красным больше он отдает. Но на видео почему-то вот больше желтый. Ладно, я его отфильтрую, а потом перелью на хранение в эту бутылку, где уже хранится раствор палладия с моего
предыдущего видео о Афинаж-Палладии. И насчет хлорида серебра. Я попытался восстановить серебро, то есть выделить хлорид серебра. Прилил соляную кислоту к этому раствору. В первую секунду хлорид серебра не выделился, но спустя некоторое время, где-то через сутки, начал выпадать вот этот белый хлорид серебра. И он только продолжает почему-то выпадать, не сразу реакция произошла. Я думаю, причина тому большое количество разной примеси в растворе, начиная от железа, заканчивая медью и так далее. Поэтому раствор не сразу выделяет хлорид серебра. Пусть он так еще постоит неделю, потом я просто вверх аккуратно солью, а белый осадок останется на самом дне. Но это в дальнейшем я по-любому покажу, что у меня там с хлоридом серебра вышло. А на этом, наверное, конец. Видео уже затянулось. Много что показал. Самое главное я показал, рассказал. Это основы. Это и фильтрация, это и восстановление. То есть показал химреагенты. Показал вам самое главное, что с первого раза иногда тоже может не выйти. Допустим, вот как с палладием было. Ну и все на этом, наверное. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А на этом конец.